9 февраля для участников и посетителей областного этапа гонки «Лыжня России-2019» в Химках запустят бесплатный спецмаршрут. От торгового центра «Мега» Химки шаттлы пойдут в 9 утра, последний рейс в 16:30. От остановки «Госпиталь» Министерства обороны, где пройдут соревнования, до «Меги» движение организуют с 9:30 до 17 часов. Отправление каждые 15 минут. До 5 февраля желающие могут подать заявки на участие в московском областном этапе всероссийской гонки «Лыжня России». Старт 9 февраля в 12:00 в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Также пройти регистрацию на соревнования можно на сайте живуспортом.рф, а получить стартовый номер по адресу город Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1. Телефон для справок 8 495 230 05 14.